Ну, Федя, мы уже выяснили, что в паре мы работаем с тобой шикарно, вообще шикарно. Класс просто. Он что-то недоволен, мы тебе Я доволен, я доволен всем. За страдания и за старания, между прочим, тоже. Сегодня ты будешь один без меня, к сожалению. Нет, я буду рядом, но не смогу тебе помочь. Как будем побеждать? Как? В смысле, я тебе? Мы пойдем в бой. Верное решение. Ищем четверочку с зелененькой ленточкой. Мы ее нашли. Что же там такое? Мне кажется, это туалетная бумага. Тебе не кажется, Федя. Подожди, куда ты пошел? Ты не знаешь, что с этим делать. Я пошел. За рекордно короткий промежуток времени тебе нужно все это дело реализовать. Расставать по корзинкам наших покупателей. Но обрати внимание, не мужчин, а именно женщин. У нас будет 5 попыток. Хорошо. Ограниченное время. Ты готов? Ну, пошлите. Ну, пошлите. Итак, Федя нашел первую жертву. Маха туалетной бумаги взяли. Возьмете 3, акция на кассе будет. Вам дадут в подарок средства моющие. Давайте еще 2. Он грязно обманывает, но все же. Спасибо вам за помощь. А давайте я вам и такое. У меня разное всякое есть. Давайте я вам вот это. Такой вот лучше. А давайте это вы на кассе выжжете, просто не мое. Мы вот здесь оставим, это не моя была. Пользуйтесь на здоровье, самое главное. Я думаю, что они будут пользоваться и его вспоминать. Вот. Можно я вам подарю туалетную бумагу? Спасибо, она когда пригодится. Ну давайте я вам немножко положу, чтобы вы довезились до кассы, а там возьмете. Такой красивый, пусть он там полежит, пожалуйста. Возьмите. Давайте, вот сюда положим. Давайте. Еще одну вот вам. Ребенок-то растет же у вас все-таки, да? Вот. Вот, спасибо. Возьмите 3 штучки, у меня она недорогая всего лишь. Ну давайте, 3. Ну давайте, вот, вот, вам спасибо, не забуду, молиться забуду. Спасибо вам большое. Купите, вот у вас, смотрите, какой мужчина. Вот, давайте, давайте возьмете, вот как раз тут всего-то осталось. Давайте еще 2. Вот, отлично. У меня еще 1 человек остался. 1 человек остался и 4 рулона туалетной бумаги. Поторопись и постарайся. Это не проблема, говорит Федор. Узнай прямо сейчас, проблема это или нет. Можно я вам предложу туалетную бумагу? Вы как раз тут возле меня снова, она вам пригодится. Пожалуйста. Давай. Можно? Ну давайте мы вам положим, а вы там выложите возле кассы. Вам не покупать не обязательно будет. Давайте, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, давайте. Ну, спасибо вам. Вот, я вас люблю. Спасибо вам. Все. Спасибо. Здоровья вам. И пожелав здоровья нашим покупателям, Федор Маслов заканчивает свои испытания. Молодец, Федя. Он избавился от всех рулонов туалетной бумаги. Их было там немаленько, между прочим, немаленько. Ты понимаешь, что эти люди теперь будут вспоминать тебя добрым словом всякий раз, но ты понимаешь, когда? Понимаешь. И? Пусть вспоминают. Не жалко мне. Я там автограф оставил на бумажке. На каждом рулоне. Маслов, Федор, номер телефона. Хорошо. Молодец, Федя. Ремонт доставляет много проблем и дискомфорта, да еще и ударяет по кошельку. Выход есть. Все для ремонта и благоустройства квартиры можно найти в торговом центре дома. Большой выбор мебели, бытовой электроники, теплооборудования, посуды по доступным ценам. Все от цемента до розетки в одном месте. Огромный выбор продуктов и промтоваров по традиционно низким ценам в гипермаркете «Метрополис». Ждем вас за покупками каждый день в торговом центре дома.